make the ground shake. Друзья, всем привет, с вами Максим Шубин, и сегодня мы поиграем в Shadow Fight 2. Сегодня мы будем сражаться с самим Титаном, ребят. Сегодня я постараюсь все-таки пройти, наверное, Мэй, я так понимаю, сначала должен пройти, а потом уже и Титана. Ребят, мы так долго этого ждали, я так долго этого ждал, это так волнительно, но мне это так безумно нравится, я прям предвкушаю уже чувство этой победы, ребят. Я все-таки думаю, что победа будет за нами. В общем, поехали, ребят. Поехали. Итак. Такс. Посмотрим. Что там у нас интересненького. Так, а что здесь у нас-то? Какие достижения у нас? Давайте их посмотрим. Время прибраться. Победи падочков. Отлично. И мертвее мертвого. Выиграй турнир в каменном лесу. Шикарно. Фух, ребятушечки мои. Ребят, давайте наберем под этим видео 1000 лайков. Я вас верю. Все-таки это же Титан, ребят. Титан за Титана, ребят. Лайк, пожалуйста, ребят. Ставьте лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. Рассказывайте всем про меня. Всем вашим друзьям. Также обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Обязательно, ребят. Там выходят также эти ролики. Там же можете там делать репосты, все комментарии. В общем, там различные скрины выходят. В общем, там много всего интересного, помимо этих видео. Так, фух, ребята, в бой. Мэй. Я же знаю каждое твое движение. Я видел все твои бои. Как ты мне собираешься победить? Ну, Мэй, ха, ты же девчонка, а девчонок я... Ну, ты знаешь. В общем, да. Офигеть, с Мэй. Ну, ладно. Ой-ой-ой. Мэй, на кого ты полезла? На кого ты кавку раздвинула, а? Что ты? Фу! Я думал, сложнее будет с Мэй. Честно говоря, как-то она вообще не впечатляет. Абсолютно. Ну вот и все, перфект. В первом раунде очень легко, ребят. Очень легко, безумно легко. Надеюсь, Титан будет посложнее. Так, ладно, поехали, ребят, поехали. Ну, ух, ничего себе, как ты выжила после этого. Ну, вот такой вот дабл перфект, Мэй, мы сделали спасение, новое достижение. Мы же Мэй спасли, мы ее убили и спасли, вот такая вот ситуация. Это было безумно легко, просто не знаю, что здесь сложного. Дабл перфект сделали, всего лишь 4, между прочим, миллиона опыта, то есть меньше, чем даже в турнирах различных и испытаниях на Титане. Нет, нет, что происходит? Где я? Как здесь я оказалась? Дыши глубоко. Титан похитил тебя, но тень бросился в погоню. Возьми себя в руки. У нас еще будет время поговорить о том, что случилось. Что? Что я наделала? Печалька. Наш враг оказался куда коварней. И в этом нет твоей вины, но довольно разговоров. Ты должна уходить, пока не поздно. Назад мир людей. Но как я могу оставить тень одного? Иди, это его выбор. Тень пришел освободить тебя. Мы поможем положить конец всему этому. Действуй, тень. Окей, я это сделаю. Титан. Твой мир стоит на краю пропасти, тень. Он существовал веками, не ведая, что участь его уже решена. Стать плотью и кровью новой империи. И когда ты падешь, я дам тебе время, чтобы увидеть финал этого мира и рождение нового, чистого, дикого, бескрайнего моего мира. Ну что ж, Титан, я принимаю твой вызов, или ты мой принимаешь? Ну, в общем, ребята,
Делайте скрины, ребят, делайте скрины! И нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Поехали. Какой я здоровенный! Твой... Что это за пипец какой-то? А, не, нормально, нормально. Какой хитрый! Ау! А ты большой, дядя! Ха-ха! Здоровенный! Ах ты гад! Хо-хо! Чё ты там хрипишь-то? Мелочь пузатая! Ха-ха! Хо-хо! Чё ты агришься-то? Слабак! 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 Слабак, титан! О-хо-хо-хо! Мать вашу! Он тебе ещё и здоровье забрал! Красавчик! Ух! Ау! Не, он реально прикольный, ребята. Он реально прикольный. Он необычный, я бы сказал. У меня мышечной массы, скажем так, не хватает. Тень-то маленькая. А титан реально здоровенный. Да, ребят. Я просто фигачу его. Нифига себе. Ребятушечки мои! Блин, ребят. И я-то думал, как-то вот, знаете, вроде в начале это все хорошо было, а сейчас я смотрю нормально, так нормально, нормально, нормально. Ладно, титанчик, ты не так-то прост. Ау! Крошка Пеппа, блин. Слабак ты, читон. Блин, трындец. Ау, титанчик, титанчик, ну мужик, тут что такое здоровенный-то, блин? Ау, блин, я как этот, моська против слона, блин, какого хрена? Да, титанчик реально тащит, тащит. Но на ближней дистанции он проседает. Блин, пипец. Да, все-таки оружие, походу, я немножко не то выбрал для этого боя, честно скажу вам, ребят. Какого хрена он делает? Давай, ребят, нужно завалить сейчас его. Прямо вот сейчас момент такой настал, что он... Crazy, я достиг стиля crazy. Я crazy, я просто мега факаю. В общем, ребят, делайте скрины, ребят, делайте скрины. Есть, 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 победа, победа, победа в втором раунде, crazy. Ух, ребята. Блин, у меня уж рука устала, серьезно. Ау, 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 ау. Оу, ау, мужик, ты что делаешь-то? Я ж пошутил. Блин, нифига себе. О-о-о. Ау. А он реально прикольный. Да. Ау-ау-ау, мужик, ты чего? А, я ж пошутил, ну ты чего, ну ты чего? Ну я же пошутил. Я же тебя очень уважаю и люблю, ты знаешь, ведь... Блин, как его завалить-то, пипец? А-а-а! Ребят, я, в общем, проиграл очередной раунд Титану. Ну, честно говоря, немножко не то оружие, по-моему, выбрал для этого боя. Тут нужно что-нибудь покороче, скажем так. Ау, мужик, ты чего? Ау. Ау, мужик, ты чего, ты чего? Совсем опупел. Я уже агрюсь, я уже агрюсь. Оу. Я уже реально агрюсь. А! Вау!
Получай хвостом по... Блин, попал. Ребятушечки мои, поддерживайте меня лайками. Без вас я ничего не смогу достичь. О-о-о, попался. Ах, больно. Нифига себе, он честно ногу поднял, и все нормально, блин. Пипец. Да, ребятушечки мои. Эти не против моей драться, это сам Титан. А-а-а-а-а-а, мужик, ты чего? Нет, ребятушечки мои. В общем, как вы видите, я проиграл, лузанулся, слил бой. Хотя, в принципе, не такой уж он прям непобедимый, этот Титан. Не, серьезно, ребята, рука устала, просто, я не знаю, вот, на первых двух раундах еще держалась, а потом все уже, честно говоря, у меня уже прям древний. Не удивляйся, Тень, вы, люди, живете в спешке, но я знаю цену времени. Твои друзья и враги сейчас, они не видят и не слышат нас, я остановил время, чтобы ты вдохнул полной грудью, я дарю тебе еще один шанс. Thank you very much. Ну, блин, наверное, все-таки оружие-то я поменяю, пожалуй, поменяю. Хотя, в принципе, и с этим, наверное, можно попробовать. Но что-то как-то... Я думаю, нужно Титана поближе держать к себе, вот. Так, что, зачаровать я-то могу? Да ладно. Так, ну, что там? Ну, в принципе-то... Почему бы и нет? Применить. Зачаровать. Все, зачаровано. Офигенно. Так. Давайте оружие, значит, возьмем другое. Серпы, наверное, какие-нибудь возьму. Серпы. Сейчас будем искать серпы. Попробуем найти их. Ну, булатные сабли, что ли, это? Да ладно. Ну, не знаю. Да, это булатные сабли. Одно из моих любимых оружий когда-то было. Так, нет. Что-то все не то, ребят. Мне нужны серпы. Пожалуй, я их возьму. Что-то мне их хочется взять все-таки. Так, что-то все не то, ребят, все не то. Серпы, где же серпы? Их не так-то просто найти, похоже, они где-то в самом начале, по-моему, были. Боевые молоты, нет, все не то, серпы, мне нужны серпы. О, да-дао. Так, где серпы? А вот серпы, наконец, нашел их. Так, неплохо. Ну что ж, вроде бы улучшил их немножечко. Немножечко, чуть-чуть совсем так. Так, капелюшечка. Опа, очки. ППП. Стоп. Да блин, ну хватит, ну что ты дергаешься все время. Отлично. Применить. Зачаровать. Так, ну что ж, вроде зачаровали. Окей, ребят, давайте попробуем еще разок сразиться с Титаном, но... Блин, все-таки это Титан, ребят, такой здоровяк просто, я никак не могу его завалить, просто, ну, как бы, свалить с ног, это просто нереально. Он огромный, просто прям ужас, летящий на крыльях ночи. Такой еще улыбится прям, вот, ну, Титан, а вот Титан прям. Улыбака. Капитан Улыбака. Так, ну что ж, поехали. Ох, не... Перса. Неплохо, ребят. Серпы начали. Ху-ху-ху-ху-ху! Титанчик! Тебе не позавидуешь. О, блин, или мне не позавидуешь. Ау, мужик, ты чё такой дерзкий? Хорошо. Ой, как хорошо, ребята! 10-кратно! 11-кратно комбо! Делайте скрины, ребятушечки мои! Ой! Ау! Пистец, сыр! Что ты делаешь со мной? Ау! Нифига себе, как башни... Все, сдулся, Титан! Да! Я делаю Титана в первом раунде, раунд второй, ребят! Ребят, покупайте серпы, это вообще тащат, ребят, серпы! Реально тащат серпы.
О, как. О, нормально. Больно тебе, да? А, больно. Нет, тут тоже больно. Хорошо, найсово. Как же, ау, ау. Хорошо, найсово. А-ха-ха. Ну что ты? Ау, больно, ау, ау. Извини, титан. А-ха-ха. Как игрушку мне бросил просто. Воу, вот так вот, вот так вот, вот так вот мне фигачим, вот так, да. Блин. Это было больно. А-а-а, мужик, ну ты чё? Что тебе такого сделал? А-а-а! Мазафаков. Получай, получай фашист гранату. Ау! Да, 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 да! Второй раунд за мной, ребят, второй раунд, причем еще ни раунду я не слил. Не слил в этой катке. Ну что, титанчик, уже страшно? Уже намочил трусики? Оу! Давай! Фигачим, фигачим, фигачим! Фигачим титана в любую погоду, нам пофиг, кто ты! Вообще пофиг. Ау-ау-ау-ау! Ау, ух ты. А он агрится, агрится? Не агрись. Вот и нормально. Вот так, да. Ау, больно. Ау. Что-то я здесь плохо в этом раунде. Такс. Ау. Нормально. Ау, больно, больно, больно. Пока на равных идем, пока на равных в этом раунде. Хорошо. Хорошо. Хорошо, ребят, хорошо пошло. Хорошо пошло, ребят. Воу-воу-воу-воу. Титанчик, не надо, не надо агриться, не надо агриться. Не надо агриться. Какого хейтера ты делаешь? Ау, больно, 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 больно. Ау! Нифига себе, как так здоровье выросло у него? Какого хрена, блин? Какого хрена сейчас произошло, блин? А-а-а! Давай, подыхай, козел, подыхай! Блин, он меня делает, ребята, он меня делает! Какого хрена происходит? Ребята, нужно больше, 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 больше серпами работать. Больше серпами, меньше другими частями. Блин, это ему что ли победа? Нифига себе! Ребят, что-то как-то вот не знаю даже. Ладно. Ладно. Ладно, поехали, поехали. Так, погнали. Хорошо, хорошо, найсово, найсово, найсово. Получай, получай, фашист, получай. Найсово. Хорошо, 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 хорошо. Ау, это нехорошо. Это не слишком-то найсово. Хорошо. Получай. Ой, как хорошо, ребят. Так, ладно, фигачим, фигачим. Больше, 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 больше. Больше серпами работаем, больше серпами работаем, больше серпами работаем. Больше серпами, больше серпами, больше серпами работаем. Давай, 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 давай. Ух ты, какой дерзкий. Дерзкий какой хрен. Да, ребятушки, он не хочет проигрывать, а не хочет. Титан не хочет проигрывать, но титанчик, титанчик. Не нервируй меня. Стал медленно поворачиваться. Это, кстати... Блин, козел, вот козел. Давай, давай, давай. Да! Есть! Победа, победа! Скрины, ребят, и лайки, и подписки, ребят, в общем, всем рассказывайте про меня. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте.
Йоу-уи! Ребятушечки мои, я вас люблю! Фух, вот это было мощно, вот это было мощно, вот это было пик! Оу-е! И всего лишь 4 миллиона опыта. Ха! Ну, конечно, у нас уже не нужен нам, по сути. Фух-ху-ху-ху-ху. Ладно, смотрим, ребят, смотрим. Ну что ж, ребят, вот мы прошли всю игрушку. Вот такие дела, ребят. И мы заработали еще какую-то сферу бессмертных. Эта сфера была украдена слугами Титана. Она содержит в себе частицы нашего мира. Ее нельзя оставлять без присмотра. Мэй. Итак, наше путешествие, полное захватывающих приключений, подошло к концу. Что дальше? Долгая и счастливая жизнь. Не для нас. Смотрите, как пепел кружит в воздухе, словно снег. Мир содрогнется вновь. Тень, ты его надежда. И теперь за тобой придут, ну вернее пойдут, тысячи. Смотри, как горячий воздух поднимается меж скал. Что-то не так. Одному туда идти опасно, тень. Но мы найдем тех, кто сопроводит тебя. Ох, ребята. Да, мы прошли игрушку, в принципе. Но. Но разработчики нам подготовили неожиданный сюрприз. Никто этого не ждал. Никаких новостей по этому поводу, по-моему, не было. Но, по крайней мере, я этого не видел. Новый онлайн-режим «Вулкан». Зло обрело иное лицо. Готовься спасти мир от новой угрозы вместе с армией соратников, ребят. Я так понимаю, это некий намек разработчиков на какое-то продолжение или же даже на новую часть игры, ребят. Я бы с удовольствием поиграл уже в третью часть, серьезно. Не знаю, как вы, ребят, если вы согласны со мной и хотите, пишите это в комментариях, а также ставьте большие пальцы вверх и рассказывайте всем друзьям про меня. Также, ребят, обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. Также добавляйтесь ко мне в круге в Google Плюсе. Все ссылки есть в описании под этим видео. Также есть классный магазин игр steampay.com. Там самые низкие цены в интернете. Также ссылочка есть в описании под этим видео. Также обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Также ссылочка есть в описании под этим видео. Также, ребят, заходите на мой второй канал. Также есть ссылочка в описании под этим видео. А также, ребят, для тех, кому интересно, как можно разместить рекламу на этом канале, также будет ссылочка в описании под этим видео. И там вы все сможете более подробно узнать. А с вами был Максим Шубин. Всем удачи и всем пока.